анонс и точно дата выхода нового российского сериала «Таежный детектив». Премьера нового сериала состоится 10 декабря на телеканале ТВ-центр. Сюжет сериала. Небольшой таежный город Лесногорск пребывает под полковником ВД Ярцев. Опытный полицейский направлен с высшим руководством, чтобы занять должность нового начальника городского отдела полиции. Столичный житель не намерен долго задерживаться в провинции. Мужчина не догадывается, что вскоре ему не захочется покидать колоритную местность с особенной атмосферой и романтичными событиями. Правоохранитель постепенно привыкает к здешней природе и знакомится с местными жителями. В его жизни появляются новые люди с личными проблемами и непростыми жизненными историями. Ярцев помогает попавшим в беду, занимается социальными вопросами и интересуется криминальной обстановкой. Погрузившись в работу, правозащитник вынужден остаться в населенном пункте, чтобы разобраться с запутанным расследованием ряда преступлений. Напомним, премьера нового сериала состоится 10 декабря на телеканале ТВ-центр. Если вам нравятся сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.